друзья, сегодня мы прогуляемся по Новому Ульму. Вот. Приехали на остановку вокзал Новый Ульм. Тут вы уже были. Там под землей поезда сейчас проходят. Мы тут уже были, я показывал. Но и Ульме вокзал под землей, вон он. На прошлых видео вы это видели, так что ладно, мы поедем по делам. У нас те. Ландрат Амт. Поехали с нами, прогуляемся. Эти магазины почему-то не открываются. Я надеюсь, сегодня не выходной. Так, надо искать Банхофстрассе. Банхофстрассе. Вроде как это. Банхофстрассе. Алло, извините. Вы из Банхофстрассе? Да. Ich bin auch nicht von hier, kann also. Ich leider nicht sagen. Aber ich glaube, hier. Die Bahnstation. Ja, ja. Das ist hier. Ja, das ist hier oder. Oder, oder. Hat okay. Doch hier gesagt, oder? Wo? Ja, hier. Ja, okay, gut, dann ist es schön ab noch. Nach kleine Idiom. Na, Bahnhof. Здравствуйте. Мы здесь уже прогуливались у фонтана. Это фонтан. На видео видела, теперь так увидела. Живьем увидела. Здесь мы еще не прогуливались. Ага. Штат Пюферай. Городская библиотека. Вот Грация из галереи называется. Магазины тут все. Ну, вы помните, на прошлых видео я снимал.
Но как бы сегодня не было бы выходной, а? Магазины-то все закрыты. А почему? Не знаю. Четверг почему-то выходной, что ли. Я подъезжал. Не открылось. А, стоп. Слава богу. Открылось. Банхофстрассе 1-3. ФКФ. Данс. То есть не пипикать. А какой-то еще магазинчик. Парковка многоэтажная. Бедняжка упала. Так, нам надо Канцтрассе. Поперечная, налево. Поэтому это Бернар-Венет-Страссе. Прямо еще ехать. Переедем дорогу. В другую сторону ЖД. Вот здесь мы ездили на ортопеда, помнишь? К ортопеду ездили. Вот знаменитая изогнутая труба. Непонятно, что это такое. Вот здесь мы такси высаживались и туда проходили. Врачи принимают тут ортопеды и другие ортопедии, Шедлер. А это похоже, я думал, это Нувок.
Так, слушай, а где тут знаки? Улицы, нет. Нет. Вау. Подбил. Нажимай. Нажимай. Все же. Не пройти бы мимо. Нам налево. Там, по идее, нету дороги направо. Прямо ехать или налево. Давай попробуем прямо. Гебетстрассе какая-то, непонятно. Магазин закрытый. Классик кебаб. Штефан. А, вот. Бановстрассе все еще идет. Налево другая улица, Никант. Надо дальше ехать. Дворик. Старинные дома. Так, где же наша Кантштрассе? Тут нам недосягаемо. По-моему, дождь капает. Кажется, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Конечно, такая туча, не исключено, что польёт.
Так. Вот тут, наверное, все-таки, ага. Ланд. Сейчас поглядим. Видимо, дошли. О, магазин Пенни. Магазин Пенни. Проезжаем. Ох, какая смачная туча. Капец. Ландразамт сеньорен. Сеньорен Штифт. Налево. А, вон. Чуть-чуть темное здание. Так, что? Нарушать? Или по пешеходному пойдем? Не будем нарушать. Вот магазин Пенни. Кстати. Пойдем по пешеходному переходу. ППД. ПДД, точнее. Дошли. Да. Он самый. Herr Zitke. Ветерок, надеюсь, не мешает микрофону. Дома такие новенькие, отремонтированные. И вот ремонтируют еще. Вот самый Ландразамт, не знаю, как это по-русски. Мэрия. Или что? Ландразамт. Управление городом, или как? Назовем это мэрией. Хотя это и не мэрия. Халенбад здесь же, можно плавать. Вот, кстати, это и есть Халенбад. Бассейн. Так, тут хода нет, значит надо туда вон надо, на по тротуару. Это тут дом престарелых, видимо. Мне показалось, или они по-английски говорят. Классная программа. Ну вот, доехали все-таки. Обычно мы на машине заезжаем вон там, прямо. Но, тем не менее, от остановки автобусной так вот надо ехать. Тут гараж. Нам направо. Ой. Вот такое вот здание.
they both showed their recording like a couple of times. Так, ну чё? Пан или попал? А, вон там кнопка, наверное. Да. Так, ладно, мы приехали по делам. Закрыто. Was? Heute ist zu, heute ist Sonntag in Bayern. Ja. Zu heute. Чего? Сегодня праздник. Какой? Хрен его знает. Ага. Знает. Ну вот тебе и прогулялись. Ну ладно. Обеды просто посниму. Тут тоже можно зайти. Парковка около Ландразамта. И тут еще теннисное поле. Теннисный корт. И в футбол играть. Прикольно. Ну ладно, вот и прогулялись. Поехали домой. Сейчас как ливанет. Ладно. Прогулялись. Вон Тедди наверху. Магазин Тедди вон наверху тоже есть. Вот и. Дождик то капает, то нет. То капает, то нет. И ЦЕ уходит поезд.
у нас тут кафе. Акварин, витринки. Пойдем. Пойдем. Может, там внизу есть. Может, внизу есть. Там. А, сейчас пойдем на лифту вниз. На платформу. Мяу. Надо было там левый лифт, тут узковато. А Настя не войдет? Нет, посмотри, по очереди, ага. Ладно. У тебя здесь кто-то? Вау! Ага, лифт здесь можно выезжать. С другой стороны прохода нет. Ага. О. О, какой еще. Не, gibt es kein. نحن نتكلم من فوق جل احنا ما حكينا لحد. Нажал.
нет там. А? Нет? Нет. Где мама? Дефект. Ладно, поехали домой. Погуляли и ладно. Ты чё? Hello.